Нифига, что они мутят-то? Я аж в шоке. Убил убил Трогла, чтобы, короче... Эти сраные нейтралы с каждым днем все жестче микрит. Да, все-таки выиграл. Ну, Тварина там сдался в один прекрасный момент. Привет, Степа. Так, хороший гномник, двадцаточка. Надо как-то его аккуратненько отмикрить. Ну да, отмикрить что-то аккуратно. Многовато морали будет. Пощипал. Блин, под самый конец надо было тебе сморалиться, а? Зараза такая. Шахтер идеальный просто. Идеальный шахтерита. Ладно, нормально, можно такое покатать явно. С идеальным шахтером-то.
двухсторонник. Нормально. Два героя, 350 золота. Хорошо качающий шахтер. Ну, пускай, конечно, у меня пожрали 20 с лихом интергладитов. О, школьные попцы. Блин, да, такие попцы, конечно. Хотя я не уверен, что это школа, но похоже. Ну да, там цифры обычные. Блин, да я бы в школе такие попцы увидел, меня потом посадили. Здорово, Ферайнар. Здорово всем, кого не видел еще. Тох, есть еще от вчерашней игры, или можно вкратце? Ну, вкратце вряд ли получится. Я некрил первый ФБ с разменом. Как бы по общему фону в пользу Тварыны, но я-то потерял в основном скелетов. А потом беготня. С контролем убил у него хорошего героя. Убитого своего выкопал, его выкопал героя, поотжимал у него кучу городов, он сдался. Вот, вкратце. А чё-то ещё нету. Какой день был первый ФБ? Что-то вроде 1-4-1, по-моему. То ли 1-4-1, то ли 1-4-2, что-то такое. Так, а я не смотрел, у него что, к первому ФБ были наручники, он их не одел, что ли? Или что? Не, по-моему, это было прямо вот, то есть наступила четвертая неделя и... Если я не ошибаюсь, я типа, ну, там подставился. У меня только контроль появился. Ну, мне так казалось, по крайней мере, что 1-4-1 или 1-4-2. Ну, чатику легко писать. На самом деле, когда смотришь игру с двух сторон, ситуация представляется совсем другой, чем есть на самом деле.
То есть, зная, где находится и что делает оппонент, естественно, легче судить. Приходит ход. Блин, неужто вот это выход? Точно, это не тот выход, что мне нужен. Это не тот выход, что мне нужен. Мне нужен вот этот выход. Точно, точно. Ну ладно. По бездороге, так по бездороге. Thank you.
Блин, на его зоне Грааль. У него на респе, походу, ну, вполне может быть. Больше циток-то нету на карте. Ну, только разве что нейтральная. Но он, надеюсь, не это, не будет копать Грааль. Надеюсь, я единственный прирожденный копальщик Грааля. Так, ну... Ну, нормально, в принципе. Редвай же копать сыграли. Ну, Редвай, это он такой прушник просто. Привет всем.
Когда Синитро финал Венров катать будете? Скорее всего, в начале следующей недели. Предварительно понедельник, вторник. Привет, удачи, Антох. Как вчера вторые не доиграли, а ты не смотрел. Привет, выиграл. Ребята, вы всегда можете досмотреть. Включайте запись. Там, благо, двусторонний стрим был. Хоть у меня, хоть у Тварыны. И смотрите. Надежнее, но как ты думаешь, как часто меня спрашивают об этом? Так, нам закинули на удачку 77 плюс 7, но, как ни странно, это не от Вига, не от Вити. Так, правда, не написано от кого, просто написано «пока Вига спит, Каппа». Rise at F, все, понял. Спасибо за поддержку, Райз. Пришел. Блин, не знаю, бить их, не бить. На самом-то деле. А, ну вот так отлично. Так сойдет.
Так, значит, выкупаем глаз. И что еще можно? Давайте таунхолл поставим. Чекархов завезли сразу две, правда, за жесткими охранами обе. Ого! Вот это интересная тража. Конца. Замечательно. Конца это замечательно. Я даже не знаю, имеет ли смысл сразу туда идти. Давайте пробьем здесь направление и пойдем к конце. Так вот сделаем. Блин, могли бы и не драться. А, один стек, но это будет нетрудно. Это будет нетрудно. Должно обойтись в потере одной гарпии. А, даже троглодита. Ну, еще лучше. Собственно, пока что. Я знаю, ниже можно выйти не через бесов, а... Ну, в смысле, да, можно и через бесов, можно и через орков. В дальнейшем... Сейчас не так много. Я давненько не занимался. Ну, когда на пике формы был, жал 140 на раз. Сотка рабочий был. Сейчас в лучшем случае рабочим будет 90. То с натягом.
время на зал тратишь, ну, 3 раза в неделю. Ну, я говорю, опять-таки, обычно, последние месяца 2 я вообще не занимался. Почему по бездороге пошел? Потому что по бездороге как раз та самая зона, на которой идет развилка ко всем компам, и на 6 LM 2 выхода с респа обычно. То есть один в 2 зоны, точнее. Вот. Вот этот выход, который по дороге, он ведет, короче, там... не туда, куда нужно обычно. Хотя стоило его, возможно, и проверить, но опять-таки гарпи 50 с плюсом штук весьма такая проблематичная вещь. А еще с другой стороны тоже охрана. Ну, у нас есть конса, сейчас мы зачекаем, что там за конса. Может быть, вот это поубиваем, тут пару левелов получим еще. Если конса большая, то я думаю, то есть запустим героев сюда на разведку. А в планах у меня, короче, подкачать шахтера. Если конса большая, то... если маленькая, короче, сразу брать ее и дальше пилить. Если большая, то подкачаться, вернуться или разбиться за книжкой. То есть в надежде на блес. Если блеса нет, попробовать еще раскопать героя грамотея. Ну или качнуть, пройтись по повышалке магам, вдруг дадут грамотность. Ну, вполне возможно, но к героям это меньше всего относится. То есть здесь реакция не так сильно играет роль. А вообще чисто физически устаешь, то что устаешь дольше, когда занимаешься, это да. Ну, выносливость повышается. В том числе и для игр. Так, ну что? Четыре. Угу. Блеса нету. Плохо. Грамотея надо, да?
слов тоже нет, да? Только шилд. Плохо, плохо.
один на концу и выкупить весь прирост троглодитов и подвести. Вот и все. Все просто. Сейчас такой шестой ход, еще ход запаса. Надо проверить, что есть. С другой стороны, купив книжку, я почти добегаю потом до сюда. Спасибо. Так. Там разница не в контроле была, фулл контроль был у обоих. Разница была в том, что у него ходовой герой с контролем один, а у меня их было, сколько там, ну, 4 как минимум. То есть все остальные серединка на половинку. На самом деле, правильно да неправильно, как бы с точки зрения безошибочной игры возможно, но по факту у меня там тоже кончался таймер, и подставиться я мог вполне. То есть, ну, была возможность выиграть наверняка, то есть, не точно, конечно. Но там психологический фактор сильно решает, конечно. Бывает такое, что сидишь и на минус морали, налегке сдаться можно. Так, там Десу.
Понятно, что он заиграл. Прикольно, что пробивая здесь, похоже, можно выйти, не пробивая охрану зоны, в другую зону. Наверное, все-таки стоит за книжкой сходить, потому что потом, к седьмому ходу, я уже где-то вот здесь вот буду. Что вполне нормально с наличием книжки. Так, наверное, туда дальше пойдем после этого. Ребята, о деталях партии. Не знаю, закончилась ли она. Нельзя упоминать, потому что оппонент, против которого я играю, может быть на стриме. На первый раз прощаю, в следующий раз будет бан. Чекист, это непосредственно к тебе относится. Та партия на сейве, да. Что мешает?
мешаю топ-лоу смотреть. Ну, как бы, честность. Я играю в основном с людьми, которые, в которых я более-менее уверен. И, то есть, то, что они не будут вот смотреть или подсматривать стрим, я думаю, не будут. А вот то, что они могут зайти ко мне на стрим во время вот другой игры посмотреть, в этом ничего страшного нету. И тут они могут в чатике прочитать инфу про свою игру. Когда будешь партию с медиумом играть? Не знаю, ребят, не договаривались. Так, приходит ход. Оба. Хм, лого. Нормально. Обзорочка тоже хорошо очень. Сюда, да? Угу. Что еще можно построить? Ну нет, медузять не нужна, а вот Great Garpy для ускорения вполне подойдет. Thank you.
Так, ну вроде все. Ого. Нифига себе, какой резвый. Резвый зеленый. Мифала там просто лол. На первой неделе войско. Ну, кстати, не такой уж большой, мне что-то показалось сначала. Ну, стая гномов. Нормально так. Нет, вебка сегодня погулять не выйдет. Я буквально еще часок постримлю, а то и меньше, и уже мне нужно уходить. Так что не вижу особого смысла сейчас заморачиваться на это. Чак консоль заберет. Что у нас там? Димирок. 30 роглов принес. Немного, но ладно. Чем богаты, тем рады. Так, троглов сейчас будет сколько у нас? Значит, плюс 28, плюс 28, 56. 70, 86. И 30. 116. 116 плюс 135, 251 трогал. Но этого хватит даже на макси концу. Так что надеемся, что конца будет очень большой. Ну, конечно, в идеале конца тройка. Конца тройка была бы вот прямо супер просто. Паратрупер. Пасис пришел, сейчас будет пасис ушел, если так договоришься. Тройка или четверка? С блесом бы изи, четверка вообще стычки попадали бы все. Но блеса, к сожалению, не завезли. Никто из героев не вкачал грамотность, чтобы переучить от Адельки. По value все релики одинаковые, а вот по стоимости бывают разнятся. Thank you.
35 руглов за Макси Консу. Пойдет. Пойдет. Ну вот. Выглядит увесистым. Ай, нет, это где-то там. Там где-то там. Блин, далеко. Как вытаскивать-то это дерьмецо? Как вытаскивать-то это дерьмецо? Может, стоит Дейсон забрать город? Вот как. Вот как даже, да? Ну так-то я должен выгрести здесь. Мне так кажется. А, у меня, правда, ни на что маны не хватает. Ой, лол. Он не запер. Лопух. А, вот это плохо. Вот это уже не очень. Все равно должен справиться, конечно. Надеюсь, он ее выкупил, потому что сейчас я ее убивать поеду. Если он ее не выкупил, то меч просто пропадет. Ну, не такой уж лютый меч, но... Так, пойду чуть-чуть пожру.
Так. Вернулся. Опа, утопа. Замечательно. Чё я таки думаю за сапогами скататься? Блин, зараза. Не доехал. Это очень плохо. Там есть второй выход. Сюда, туда. ГМчик строить пока начнем. Так. Да какая разница, неделю, не неделю. По дороге вон там циклопятник схватим. Все нормально будет. Лол, там комп отбил. Город получается, что ли? У него или что? Так, сейчас я... Thank you.
приходит ход, наверное, последний ход, я подозреваю, который я сделаю. Ага, он касловский комп отжал, нифига себе. А нет, рамп. Блин, я уж испугался. Увидел Кристиана. Блин, он не выкупил мифалу. Такой черт бесполезный. Закатай вату. Без денег остался я. Сволочь, короче. Пандора интересная. Ивор пришел чей-то. Чей Ивор? А, компа вот этого. Хм, прикольно. Пацаны, кто Ивора потерял? Максималочка. А то шилд придется тратить, точно. Ну, это хорошо. Это хорошо. Давайте без моралек только, ага. Нормас. Нормально. ГМчик строится. Все короче. Stay.
короче, да? Наконец-то кач пошел. А то ж всякое говно пихали. Что я затупил, конечно, что зашел этим героем. 5-0-8-5.
мы же еще ход успели сделать. Похоже, успею еще ход сделать. Резурек, молния. Нормально. О, цепнушка. Подарму-то. Нормально так. Правда, у меня ман нету. Это поправимо, я думаю. Так, на следующий ход рванем. Три 200 мудпоинтов, нормально. Так, надо ангела отдать на войну одного, то есть, чтобы отбивать шахты, херахты. Блин, плохо, что у него тоже таймер копится. Нет, пока в планах играть в хоту нету. Извращенец. Мерится ему лишь бы. О, ФБ договорились играть примерно на вторник.
Гарпид на 1.1.6. Ну, было бы хорошо, но посмотрим. Вобла, проснись. Ты ссышься. У рыбок пипирка вообще там за чешуей не видно. Я слышал, вобла размножается почкованием даже. Более того. Так, сейчас. Какое там произошло? Оппонент так быстро отходил. Я аж в шоке. Шокет. Так, что себе одного ангела оставим? Вот это все туда тогда отжором.